Несколько краткосрочных образовательных программ этим летом проведет молодежный центр. Пока записаться можно на два направления. С 23 мая по 1 июля будет проходить программа «Лови волну» для желающих научиться плавать или усовершенствовать технику. Предназначена она для детей от 9 до 18 лет. Три раза в неделю будут проводиться занятия длительностью 2 часа. В это время дети будут учиться дышать под водой, знакомиться с водой, выполнять разнообразные дыхательные упражнения, изучать технику плавания кроль на груди, кроль на спине, правильно пользоваться плавательной доской и так далее. Тем, кто уверенно плавает, тренер даст подходящие их уровню упражнения. Еще одна программа стартует 6 июня, завершится 21 июня – «Физкульт-медиа». Она ориентирована на подростков от 12 до 18 лет, любящих творчество и общение. Ребят ждет разноплановая деятельность. Это и оздоровление, и отдых, и, конечно же, творчество. Ребята будут учиться снимать видеоролики, монтировать их самостоятельно, плавать в бассейне, играть в настольные игры. Ну, в общем, такой будет активный досуг. Созданные видеоролики ребята представят на Дне молодежи 25 июня. Летние программы не замена лагерям, питание не предусмотрено. Занятия бесплатные. Зарегистрировать своего ребенка можно на сайте «Навигатор 52» либо в 218-м кабинете молодежного центра. Подробности по телефону 99-118. Количество мест ограничено. Екатерина Опенова, Константин Островский, Александр Мальков. Служба новостей «Саров-24».